Всем привет! Приехала в клинику, купила булки, шлейку, потому что ошейник ей невозможно одевать, у нее шея больше головы в несколько раз. Поэтому купила ей шлейку, чтобы спокойно могли с ней гулять. Вот, ну и сейчас пойду проведывать кошку. Жду, кстати, ваших предложений, как мы назовем. Проведывать булку, лаврушу, забирать Василису. И поедем в приют. Так, мы сейчас оплатим передержку суточную Василисину. Так, 510. Угу, 500 рублей с моей скидкой. Здрасте. Она послеоперационном, да? Кошка. Кошка, да. В общем, сейчас булки. Так, да, ее я забираю. Так, ну вот 500 рублей. Так, ну вот она, наша девочка. Прооперировали. Кушает, говорят, хорошо. Перелом бедра был. Да, малыш? Давай, отдыхай. Сказали, все хорошо, кушает хорошо она. Но ей отъедаться надо, потому что кошка очень худая, очень истощенная. Нужна будет, ребят, ваша помощь, потому что лечение, операции нужно оплачивать, еда. Здесь я вчера купила. Так, я сейчас пойду проверять остальных. Лёмки постелила, убралась, да, ты сказала, фигово постелила. Все сделал по-своему, да, Лавруха? Да, да, Лаврушечка? Да. Укольчики тебе надо купить, да? Да, мой мальчик. Да ты зимой холёсий. Вась, Василис, ты обиделась на всех? Да. Василиска, сейчас поедем к друзьям своим. Так, ну шлейка нам подошла. Булочка, пойдем, вот пойдем, пойдем. Не бойся, не на улицу тебя выгоняю. Писать идем, писать. Писать, какать, давай. Идем, пойдем, пойдем, моя красотка. Идем. Вот, молодец, молодец. Умница, умница моя, молодец. Ты где там у меня? Идем. Иди ко мне. Иди сюда, давай. Оп, молодец. Розовая шлеечка у тебя прям как девочка-девочка. Давай, делай дела и пойдем. Попой голой. Булка. Булка. Булка, идем. Идем.
Асечка. Василиса, да ладно чего ты, ты ж вчера каталась. Все, не страшно, не переживай. Не переживай, сейчас поедем к друзьям, все. Так, ну у нас продолжается, вернее, идет кормежка, уборка. Ветер холодный, невозможно. Эти уже поели. В будке попрятались, теплые, да, хорошие теплые будки у вас. У них я уже убралась. А сейчас пойду к вам. А сейчас пойду к вам, да? К вам пойду. Да. Гром, ну ты вот... Фу. Засратушки вы мои. Ребят, прошу вашей помощи. Необходимо закупиться к праздникам. Необходимо закупиться, запастись кошачьим кормом, необходимо закупиться фаршем, чтобы хвосты во время новогодних праздников были сытые. Все дорожает, сейчас начнется еще дефицит, после праздников многие не работают, либо нет продукции, поэтому нам нужно, уже середина декабря, нам нужно в срочном порядке закупиться, но не на что. На корм, на фарш, это где-то на корм, где-то 30 тысяч нужно. И столько же нужно на фарш. Это только собакам. Плюс у нас кошки еще едят. То есть, чтобы пережить новогодние праздники, для кого-то это праздники, для нас ад. Нам нужно где-то порядка 70 тысяч. Это очень огромная сумма. И взять нам ее неоткуда, если только... Вот не ваша помощь. Поэтому надеемся, что вы нас поддержите и поможете нашим хвостикам быть в праздники сытые. Так, ну а я не буду мерзнуть, я пошла дальше убираться. Ну видишь, девочки поели и спать пошли. А этот неугомонный сидит, лает на них, типа выходите играть, да? Аксюша? А, Аксель? Поели. Все спят. Эти у нас втроем. А, там еще Лиза с вами. Вы вчетвером. Ярик, Лиса, Лиза и Хати. Вы вчетвером напихались. Так теплее, что ли? Хати, не бурки. Ой, ты мой красивый мальчик. Так. Ну, а мы убираем сталактиты. Вау-вау-вау. Чего ты на меня вау-вау-вау? Сейчас целовать буду. Так, ну на сегодня у нас все. Я сколько смогла почистила вольеров. 3, 4, 5, 6. 6 вольеров за полдня. У меня просто очень сильно замерзли щеки и ноги. Так, я возвращаюсь в город. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, ребят, как можно больше. Всегда очень радует обратная связь с вами. Ну и всем добра, надеемся на вашу помощь, поддержку.